Всем привет, друзья! Вы на канале Play Jackson, и сегодня мы продолжаем выкатывать Лигу наций в дивизионе A за сборную Украины. Как вы видите, я нахожусь в фартовой футболочке киевского Динамо. Новый сезон. Если вы хотите ее выиграть, то можете принять участие в розыгрыше, и, возможно, именно вам повезет. Напоминаю, что розыгрыш проходит в нашей группе ВК. Переходи, ссылочка будет в описании. В общем, друзья, первый круг уже нашей группы был отыгран. Сборная Украины за два матча набрала всего-навсего 0 очков. Да, вот так вот нам не везло. Кто смотрел прошлые выпуски, тот в курсе. Кто не смотрел, переходите и обязательно смотрите. Франция на первом месте, у них 6 очков. И Англия на втором 3 очка. Стартует этот выпуск поединка против Франции. Едем мы в Париж. Если мы хотим еще хоть на что-то надеяться, то нужно побеждать во всех матчах, которые нам будут предстоять в ближайшее время. Швед, Коноплянка, Марлос, Ярмоленко, Малиновский, Степаненко, Матвиенко, Ракицкий, Бурда, Морозюк, Пятов. Именно таким составом мы будем начинать этот поединок. Пас, поехали. Ой-ой-ой-ой, жестко встречает Матвиенко, я вам скажу. Почему именно швед? Почему не Беседин, не Яремчук? Ребята, просто посмотрите предыдущие матчи. Как катал Марьян. Не дать. Ну, я не знаю, они забивают абсолютно все. Франция — это та команда, которая собрана исключительно из самых лучших футболистов. Дальше. Хорошо. Хорошо, ну вот если бы пас был. Коноплянка, Замбапе, идеальная передача. Да ладно, вроде бы на первый взгляд казалось, что удар не несет никакую опасность. Посмотрите, как он закручивался, прям в девяточку. Умничка, Ярмола. Лонгшот, еще! Да ладно, Степаненко, ну когда же ты будешь уже попадать? Матвиенко очень активный. Марлос, ну пробей уже, ну как так, прям в руки. Хорош! Ну просто блеск, вот, все, что нужно, отдали на Марьяна Шведа. Швед придержал, вернул. И Малина. 1-1, ребята, сборная Украины еще в деле. Ни единого ненужного движения. И как итог, мы сравниваем. Как опасно, да ладно, и уже Андрей Пятов. Да ладно, ну какой же момент. Как Льорис здесь тащит. Ракицкий слева, сука, штанга. Вот это завершение первого тайма. Нам буквально чуть-чуть не хватило для того, чтобы выйти вперед в этом поединке. Да, Марсиаль, ну смотри, ну что он делает, собака? Марлос. Марлос, да убей же ты. Беседин, да пробей же ты, хорошо. Что это такое? Да ладно. Сучка, какой же это шикарный момент. Как же вывели Зину 1-1 почти. Коноплянка, ну как Льорис тащит? Нет, братан, прости, пожалуйста. Боже мой, чуть сами себе не привезли. Пожалуйста, умоляю. Сука, иди нахер! Беседин, Беседин, последний раз я тебя выпускаю. Просто похорони, похорони их! 2-1 и все, до свидули. 1-1, но... По игре явно мы были сильнее и заслуживали на эту победу. Я не знаю, чего нам не хватало. 16 ударов, 9 створ, 1 гол. Камон. На матч против Англии я выставляю следующий состав. Яремчук, Марлос, Коноплянка, Ярмоленко, Малиновский, Степаненко, Матвиенко, Ракицкий, Бурда, Караваев и Андрей Лунин. Ну что, если мы хотим зацепиться хотя бы за вторую строчку, то нужно выносить у себя дома англичан. Украина против Англии. Очень важный поединок, нам нужно побеждать. Вот, опасный момент, Пятов. Матвиенко делает заброс, но здесь вратарь все видит, Батланд забирает. Очень опасно. Пас на Волкера. Волкер сам бьет, Пятов на месте. Удар по воротам 1-0. Опять 12-я минута матча. Дели Али делает счет в поединке 1-0. Матвиенко. Хорошо. Варди. Варди пробивает, ты хорош, Андрей Пятов. Готовит про... Ну, что это? Ударили, а толку-то с таких-то ударов? Может, сейчас что-то получится. Пытался обмануть Яремчук, защитника сборной Англии, но у него это не получилось. В центр. Решай! Ну, еще! Да как так? Какой момент? Матвиенко с ударом. Проверь! Первый тайм, счет матча 1-0 у себя дома. К сожалению, мы пока проигрываем. Ой, умница! Че это за удар? Время еще есть, можно двушечку забить.
Но только нужно постараться. И постараться очень сильно. Хорошо, да как же так? Между орехов застревает мяч у Батланда. Стерлинг сам. Ну вот и все. Вот и все. Пётл! Умничка ты наша. Да швед, ну я ж тебя прошу, просто пробей. Зина, дай. Зина, ну... Да, ребят, к сожалению, поражение со счетом 1-0 против англичан у себя дома, это значит то, что мы уже 100% занимаем третью строчку, Англия занимает вторую, ну, скорее всего, что занимает вторую, сейчас еще будет поединок Англия против Франции, ну, а для сборной Украины вот так вот закончилась последняя игра в дивизионе A. Ну и завершающий поединок в этом розыгрыше Лиги Наций, сборная Англии принимает у себя Францию. У англичан 6 очков, у французов 7. Как вы понимаете, если Англия сейчас побеждает, то они занимают первую строчку именно в нашей группе. Мбаппе, удар по воротам, Батланд забирает мяч в свои руки. Довольно-таки в спокойном ключе идет данный поединок. Франция понимает, что их устроит даже ничеечка. Но англичане будут лезть вперед, я уверен. Они пока сильно не летят. Возможно, просто нащупывают соперника. А хорош! Удар! Гризман просто с убойной позиции мажет. Момент подачи вот сейчас. Батланд завершает просто блестящий сейв. Еще раз. Браво, Батланд. Раскатывает до верного, удар по воротам. И первый тайм закончился. Счет матча 0-0. Напоминаю, что данный результат абсолютно устраивает французов. Кейн с мячом. Кейн, удар по воротам. И рядом с девяткой мяч проходит. Момент у англичан. Подача. Удар. Спокойно, Лерис. Не бюши. Подача! Все, друзья, это финальный свисток. Это значит, что Франция набирает 8 очков, у Англии 7. Сборная Украины, к сожалению, только 1 очко и занимает 3 место в группе. Французы побеждают, с чем мы их и поздравляем. В группе, я имею в виду, побеждают. В общем, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь на нашу группу ВК. Все нужные ссылочки будут в описании, также розыгрыш в нашей группе ВК. Переходите, делайте репостики, возможно, именно вы выиграете вот эту вот футболку. А с вами был PlayJackson, до скорых встреч, пока.